Приветствую всех и подписчиков, и гостей нашего канала. Сегодня я хотел сделать кавер на композицию Юрия Каспаряна. Даже подписчик нашего канала Георгий Бут прислал минусовку, сделал специально для этого хорошую минусовку. Но, к сожалению, я не смог воспользоваться, потому что эта композиция так просто не сдается. Думаю, потрачу время, ни кавера не будет, ни разбора не будет. Поэтому я сделал пока разбор. Подробный. Давайте разбираться. Давайте разберем теперь поподробнее. Начинается со второго лада четвертой струны. Четвертый лад третьей струны. Третий лад второй струны. Второй лад второй струны. Уходим обратно на третью струну, четвертый лад. И возвращаемся, откуда начинали. Как вернулись сюда, сразу бьем обратно третью струну, четвертый лад. И отсюда же еще одна фраза. Такая, из трех нот. Сюда, сюда, сюда. После этой фразы из трех нот идем на третий лад второй струны. И уходим на четвертый лад четвертой струны. И отсюда тоже на пятую струну пятый лад. Возвращаемся. Третий лад второй струны. И на четвертую струну. И здесь два звука. Совсем медленно. Другая фраза. Еще одна фраза. И два звука. Теперь отсюда начинается. Теперь начинается фраза с четвертой струны, пятый лад. Уходим на четвертый лад третьей струны, потом на третий лад второй струны, второй лад второй струны. Возвращаемся на третью струну, четвертый лад. На четвертую струну пятый лад. И на четвертый лад третьей струны. Потом возвращаемся на четвертый лад третьей струны. На пятый лад четвертой струны. Опять туда. И уходим на вторую струну. И приходим на четвертую струну, четвертый лад. Отсюда, как и в первой фразе, в самом начале. Два звука. И два звука. И обратно сюда. Начинаем сначала фразу. И не сюда идем уже, а вот сюда. На третий лад второй струны. Вот так.
Еще раз делаем вот эту фразу. И уходим сюда, на второй лад. Но уже бьем две струны. Первую, вторую. Первая открытая. И берем четвертый лад, четвертой струной. Три звука, и начинается вот такая фраза. Три раза. Четвертую, пятую струну на четвертом ладу. Смещаем на один лад сюда. И начинается новая фраза отсюда. Здесь я хочу вам объяснить сразу и ритм, и аккорды. Аккорд здесь семерка Си7. Это баре. Мизинец ставите на 10 лад. И зажимаете 5-ю струну, 9-й лад. А остальное все зажимаете в баре. На 7-м ладу. Ритм какой здесь? Как он играется? Пример метронома. Как? Как? Сначала идет удар. Потом идут два холостых вниз-вверх. И звук вниз. Потом холостой опять. И вверх звук. Вниз холостой, а вверх звук. Это сам бой. А как его играть? Вот смотрите. Первый звук идет на первый удар метронома. На второй удар метронома идет холостой ход, первый который. Вот из них первый идет сразу на удар метронома. Остальные в промежутке, еще один холостой, который следующим идет, он тоже идет на удар метронома. В общем, вот так, смотрите. Там-тык-там-тыкам. Там-тык-там-тыкам. Медленно. Там, тык, там, тыкам. То есть вот такой вот ритм. Дальше идет сус. Берется на 9-м ладу две ноты на 3-й и 4-й струне. И остальное зажимается баре. Два коротких, но они идут прям в метроном. Потом идет вот такой аккорд. Это здесь зажимается баре на 9-м ладу. Мизинец кладется на 12-й лад. Большой палец на 10-й лад второй струны. И на 11-м ладу безымянный. Здесь добавляется в бой два холостых перед большим ударом. Потом идут аккорды этот же, сус. Тоже добавляется тут два холостых. Иногда, ну внимательно послушайте запись, где-то добавляется, где-то нет. Потом идет вот такой аккорд. Вот этот аккорд, который мы сейчас брали. Просто палец безымянный переносим на четвертую струну 11-го лада. И такие же уже переходные. То есть добавляется еще два удара. И убираем палец на следующий аккорд уже. Уже здесь не два удара добавляется, а один просто. Глисс такой.